Сегодня утром с вами Sway. Поговорим о том, что творится в Чикаго. В сети набирает популярность ролик про мужика, которого прозвали Жнецом. Он остановил угон машины. Он прав, что взял закон в свои руки? Он народный герой. Как насчет стрелявшего? Вроде белый мужик. Я люблю свою семью. Но когда я был им нужен... Полиция, слушаю вас. Кто-то пытается проникнуть в мой дом. Они уже здесь. Я не смог их защитить. Пап, где мама? Виновные? Еще на свободе. Вы ничего не сделаете, я правильно понял? Если человек хочет защитить семью, мне нужен пистолет. Он должен сделать это сам. Режиссер Элай Рот. Мы закрыты! Кто убил мою жену? Кто там еще был? Я тебе все рассказал! Я тебе верю, Джо. Так ты меня не убьешь? Нет. Домкрат убьет. Осенью. Ты попал в перестрелку? Это был мороженщик. Мороженщик? Он всех заставляет на него работать. А ты кто? Твой последний клиент. Брюс Уиллис. Ты же не коп. Кто-то должен это сделать. Имею волыну, готов путешествовать? Типа того. Для них он ангел-хранитель. Он спас мне жизнь. Жажда смерти. Выглядите лучше. Завели новых друзей? Не то чтобы... Что ж, продолжайте в том же духе. Хорошо, постараюсь. В ноябре...